Сейчас я нахожусь на Гуаме. Сегодня суббота. Случайно набрел вот на такое мероприятие. Пройдемся, посмотрим. Excuse me. А what is the holiday? Is it? Bank of Guam is sponsored this party. Okay, but I'm gonna get you third time. Поинтересовавшись у людей, что здесь происходит, узнал, что здесь проводится праздник. Праздник спонсирует Национальный банк Гуама в честь, как я понял, Конституции Соединенных Штатов. Мне понравилось то, что Национальный банк Гуама, то есть государственный, спонсирует такие вот мероприятия. Вообще, я заметил, что жители Гуама очень любят праздники, любят отдыхать, веселиться. То есть и чувствуется в их жизни такой мягкий, расслабленный ритм. Ставьте лайки, пишите в комментариях ваши вопросы, пожелания, что бы вы хотели узнать о Гуаме и об Америке в целом. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. С вами был Алексей. Увидимся. Всем пока.